Добрый день. Сегодня у меня вот такая вот посылочка, очень интересная. Мало того, что вот она перевязана вот такими веревочками, так еще впервые она приехала, вот такая у меня посылка, вот с такими марки же это называется, и печатями впервые. Это вот сначала обклеили коробку, потом вырезали посередине от скотча, и потом вот сверху наклеили вот эти марки. Очень интересно. Это, кажется, видеорегистратор я заказал для себя. По нему буду снимать, скорее всего, полный видеотест. Я уже заказывал видеорегистратор. Можете посмотреть на моем канале видео. Но там галимый Китай был, очень-очень дешевый видеорегистратор. Ну, естественно, с таким качеством, с дешевым качеством записи видео. Единственный плюс шел, что он, как бы, тот видеорегистратор шел сразу с карты памяти, плюс еще там коврик был комплектом. Вот это же уже Full HD, вроде бы как, видеорегистратор записи Full HD. Вот, Full HD. Так, G-сенсор есть, детектор движения. Трали-вали, вот какого цвета, даже не знаю. Ну, коробочка, в принципе, куда красивее смотрится, чем вот предыдущий. Вот такой вот маленький, кстати, легкий очень. Вот эти часы тяжелее, чем вот этот видеорегистратор. Вот такой вот у него объектив, две светодиодные подсветки, кнопочка Reset вот есть. Кнопочка включения, разъем для microSD карточек, для питания мини USB, да, для подвески, HDMI порт для вывода, ну это клавиши меню и всяких настроек. Так, давайте посмотрим, что у нас внутри. HDMI кабель с мини HDMI на обычный HDMI. Какая-то шняга. Вот это вот держалка. Кстати, достаточно миниатюрная. Держалка. Ну и кабель для подключения на микрокомпьютер. Здесь вот еще инструкция имеется. На русском языке. Во! На русском языке. Так, что взять, попробовать включить, а мне и включить-то неоткуда. Вот. Давайте-ка попробуем. Включить, если кабеля хватит. Да, кабеля маловато. Что придумать? Чтобы такое придумать. Ну ладно, включать уж ладно не буду, сделаю тест, и как раз тогда, когда подвешу его, вот этот видеорегистратор в машине, тогда вот и сниму видео. Такие вот дела. Спасибо, до свидания. Подписывайтесь на мой видеоканал, ставьте палец вверх. До свидания.